В Сочи конкурс проводится второй год подряд. В фестивале заявлено 115 детских трудов, представленных в четырех секциях – гуманитария, физика и техника, естествознание. Конкурсантам придется не только показать свои умения, но и публично защитить свои проекты перед членами жюри. Организаторы уверяют, главное не результат, а участие ребенка в исследовательской работе. В состав жюри входят специалисты, директора образовательных организаций, учителя, представители вузов в Сочи и Краснодарского края. Самое главное критерий оценки – это включенность, содержательная включенность самого ребенка. То есть насколько действительно он провел сам исследование, он понимает, что он изучал, как он изучал, с помощью каких методов. В классе каждой секции, заявленной в программе конкурса, рассказывают о технических элементах, анализируют художественные тексты, обсуждают проблемы экологии, а порой и вовсе повышают обороноспособность страны. Например, Гриша Вапилов сделал катапульту для защиты от врага в момент боевых действий. Снаряд мы кладем вот сюда. Получается, мы отклоняем рычаг, а потом отпускаем, снаряд летит. Имена победителей в каждой секции будут определены завтра. На торжественной церемонии закрытия участников конкурса также ожидают концертные выступления сверстников и памятные подарки. Дина Отман, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.